Один и тот же вопрос, наверное, задаю вам и главному тренеру с ваших соперников. Первая четверть была вчастую проиграна. В чем причина того, что такая большая разница была и в результате первой четверти, и в игре? Провалили полностью первую четверть, да. Ну, просто попал. 6-4 у него за первую половину трехочковых. А мы после кубка не можем почувствовать уверенность. То есть наши свободные броски, там, Саша Месяц, Вова Шевченко, ну, это немножко не то, чего ожидаем. Конечно, была бы поддержка зрителей, может быть, удалось бы завести, переломить ход встречи. Но так, не скажу, что мы проиграли там по всей игре. Мы просто провалили первую четверть. Не казалось сегодня, что Будивельник лучше готов. Не казалось, что есть большой арсенал комбинаций у ваших соперников. Все-таки причина поражения только лишь в проигранной первой четверти или, может быть, где-то глубже? Не скажу, что мы не готовы по комбинациям, а индивидуально. У них игроки, индивидуальное мастерство. И все. Каких-то сложных сетов и каких-то легких очков у них не было. Да, мы пропустили быстрый отрыв, возможно, из-за своих неподготовленных атак. Но мы не забили достаточное количество штрафных бросков. 12 раз мы промазали. Мы опять проиграли щит на свой. То есть, что дало им на несколько атак больше. Завершающая игра остается в этом году с «Химиком». Ввиду известных причин. Как будете готовиться к кубковой игре, учитывая, что результат первой оставляет достаточно мало шансов на итоговую победу? Ну, мы будем готовиться к игре. Это домашняя игра, мы должны бороться. Это будем рассматривать ее как одну из игр подготовительную к продолжению сезона. Какие-то есть планы на паузу уже? Мы посмотрим, кто у нас будет в строю, потому что после каждой игры у нас 1-2 человека выпадает на 2-3 дня, и оттуда будем уже отталкиваться. Спасибо.